спускаемся к реке. Здесь вот такой старый забор. Посмотрите, он как он наклонился. Сейчас будет такой участок. Привет, Саня. А что это? Да вот, туристы. Да? Вот, посмотрите, как он наклонился. Вот, заборчик. Скоро он завалится. Вообще прям... Можно тебе доверить? Подходим к ГЭС. Здесь шикарные виды. О, здрасте. А вон там гуляют девчонки. Девчонки, дай сюда. Мультиками вне конференции. Мы так и не поняли, что ты не нашел что-то. Ну, я думал, пожалуйста, не мучили, потому что не поняли. Через два, три, нет, мы же заплатили, как, порядки. Ой, а оно против солнца не то, не та фотография. Натаскал от деревьев. И тут тоже мусор, вон. Сейчас. Сколько баклажек. Как интересное дерево какое. Но не пахнет. Это так красиво. Я купалась в Майкопе в центре города. Это не то, чтобы в центре. Это центр. В центре? В центре? Конечно, а где еще? Мне казался краем. Ой, да, идет.
Вот, видишь, голову вон. Все, да? Ну что-то правда мало. Что поймал? Треск цикады. А тут шишки. Все, уходим с бассейна. Время у нас поджимает. Сейчас собираемся поехать в горы. Поэтому бассейн до встречи. Сегодня у нас 9 июля. Мы приехали опять на плато Лаганаки. Прошло чуть меньше месяца. Сейчас посмотрим на тот ледник, который я снимал. Вот он. Вот так вот. Погода портится. Да. Поэтому вниз мы сегодня не пойдем. Ты, ветерок холодный, у меня пальцы мерзнут. Ветерок холодный, да. Даже уже по пути сюда.
Ну, обычно, ну там, наверное, тропинка идет вниз. Есть, да, он там сыр продают. Очень хороший. Что там продают? Сыр. А, сыр. Даже там сыр продают. Ничего себе. Нет, сыр вон возле машины. Где? А вон. Вон. А, там. И там тоже он. Там не там. А, и там сыр продают. Ну вообще уже. Сейчас бы вареная кукуруза пошла. Это можно смотреть вещи. Вареная кукуруза пошла бы. Слышно колокольчик. Где-то пасутся коровы. А, вон они. Или овцы. Это же оттуда слышно. А вот там водопад, вон он, видно его. Слышите водопад? Не, Леш, не слышу. Слышно, слышно. Ты прислушайся. Ну его видно чуть-чуть. Вот он.
себе экстремал.